Сегодня Рождество, и снег легонько на землю покружив чуть-чуть ложится. Сидим мы в комнате тихонько, с котом у самого окна не спится. Покой и тишина, какая благодать, лучатся звезды месяц, словно дыни долека. Вдвоем с котом не скучно чудо ждать. Боюсь, не пропустить бы только. Молитву прошепчу, зажгу свечу, вдруг ангел крыльями прильнет к окошку. Прильну я тоже, а он скажет: полечу. Вот только у тебя передохну немножко. О чем у Господа ты хочешь попросить? И я здоровья попрошу родным и близким, благополучия и радости друзьям, тепла соседям и немножко киске, благополучия и радости друзьям, тепла соседям и немножко киске. Когда ты написал новую песню, ты уверенно вставляешь ее в репертуар или все-таки где-то проверяешь? Вообще, кто является первым слушателем? Ну, первым слушателем, в первую очередь, конечно, являются мои домашние, дети, жена. Вот, старший сын сейчас, так как он уже все-таки большой, взрослый, я с ним советуюсь, я ему показываю, и он там даже какие-то вот там дает советики. Вот, и мне это очень приятно, потому что... Ну, как я вот один, допустим, могу сказать, что мне это, что эта песня понравится кому-то? Я очень волнуюсь всегда и очень сильно. Почему? Даже не знаю, почему. За него не стоит волноваться, потому что у него всегда все очень хорошо получается. Но, тем не менее, вот я все равно волнуюсь, не могу объяснить. А как вы относитесь к творчеству вообще? Вот вам нравится песня? С удовольствием отношусь. Очень нравится, да. Всегда с удовольствием слушаем, потому что мы первые слушатели с детьми всегда. Вот ценители и поклонники, самые приятные. А как это вообще происходит? Вот он пишет песни, и первыми слушателями являетесь вы? Как правило, да. А если песня, допустим, не нравится, вы что-то там говорите? Ну, у нас такого не бывало еще ни разу. Ну, наверное, да. Я думаю, что если мне что-то не понравится, я обязательно скажу. А вообще вот это вот творчество, то, чем вот он занимается, вот не мешает вообще в семье? Может быть, там надо лишний раз гвоздь прибить там или еще что-то? Или вы успеваете все? Нет, он успевает все, безусловно, и нисколько не мешает. Мне кажется, наоборот, даже помогает. Что бы хотели пожелать Андрею? Андрею я бы хотела пожелать здоровья, прежде всего, конечно же, и новых интересных авторов. То есть все равно, если с автором мы на связи, я... Эту песню никогда не вставлю в конце раньше, чем покажу ее, допустим, автору. И вот это же, я считаю, правильно, потому что не каждый автор может согласиться с трактовкой там, на свое стихотворение, так как я, допустим, могу написать. Он может скажет: извините меня, что вы написали, а я тут совсем другое видел в своем стихотворении. А были такие случаи? Случаи были немножко не такие, случаи были, разногласия были по тексту. Вот. Но, опять же, авторы в большинстве своем идут на уступки нам, музыкантам, вот, и они либо переделывают текст, либо переделываю я, и потом уже так же вот мы как вот в совместном таком тандеме работаем. Вот это также с песней Андрея Звягина у меня несколько моментов, у него был один текст, допустим, вот песня «Багряных закатах», у него один текст, то есть у меня финал этой песни совершенно другой. Там такая у нас получилась немножко
работы с ним. На стихи Ольги Флерковской, вот у меня есть стихи, она тоже, она писала песню на, от женского лица, но она потом переделала именно под меня, от мужского лица. То есть вот такие вот случаи, да, ну, работать приходится. Надо мной синева, подо мной сон трава, а во мне все слова, все свежее да упруже. Я, наверное, дерево, все дерева прячут кольца внутри, они носят снаружи. В корне вечно шумит то норд-вест, то зюитост, гнутся тонкие руки мои, словно ветви, и поет во мне птица, не вьющая гнезд. Не про весны поет, не про весны поет, не про весны поет, про суда и про верфи. Что бывает, как ситец, зеленая вода, шьют волну корабли по зеленому ситцу, и приходит сюда человек иногда, он целует листву мне и слушает птицу. И тогда подо мной закипает земля, и ко лбу его жмусь я прохладной корой, ведь я, наверное, мачта его корабля. И меня не срубив, корабля не построить, он не рубит, и я до звезд, и поет во мне птица, не вьющая гнезд. Спасибо. А то, как сегодня воспринимал тебя зритель и твои новые песни, тебя устроило это? Мне трудно сказать, устроило ли меня. Я не все сыграл так, как хотел. Я не все, допустим, может быть, спел так, как хотелось бы мне. Вот, потому что, ну, не может все равно автору нравиться все, что он делает. Вот. А зрители, я думаю, мне трудно сказать, остались они довольны или нет. Но ты почувствовал? Я почувствовал, да, очень, очень теплая, конечно, эта атмосфера. Всегда здесь теплая атмосфера, как ни странно. Мне очень нравится выступать в этих стенах, мне очень нравится здесь петь, вот, и общаться с людьми. Я считаю так, если на концерт пришли люди, и хотя бы одному из них понравилась какая-то песня, я считаю, что я пел не зря. Вот это мое правило. Осоловел ты, конь мой соловый, в поле копытами молотом, дайте поэту олова слова, он его сделает золотом. Лжи и бесчестье, страшные сплавы, наскоро сердце заштопано. Дайте поэту слово, не славы, слава поэту наштопана. Дайте поэту слово, не славы, слава поэту наштопана. Конь сторонится чертополоха, фыркает над повеликою. Дайте поэту злую эпоху, станет эпоха великою. Дайте поэту злую эпоху,
настанет эпоха великая. Засилье полиголова, чтоб не держали на привязи. Конь мой, столовый, русское слово, так встрепенись же и вывези. Конь мой, столовый, русское слово, так встрепенись же и вывези. Спасибо. Дышат спокойно уснувшие дети, спит моя родина, словно жена. Желтым окошком из домика смерти смотрит на русскую землю луна. В домике этом, худом и бессонном, матушка ходит, молчание храня. Грустно, наверное, в домике темном, возле окна дожидаться. Письма печальные шлет она Богу, вечером поздним бронит беглеца. А ведь сама собирала в дорогу и провожала меня до крыльца. В домике этом, худом и бессонном, матушка ходит, молчание храня. Грустно, наверное, в домике темном, возле окна дожидаться. Я не первый раз на его концерте. Первый раз был концерт в Немловте, тоже ПАК, первоавторский клуб организовал. Там был замечательный концерт. Мы вот под впечатлением его приехали сегодня для того, чтобы снова послушать душевность, искренность, его манеры исполнения, опять же, мелодичность и профессиональность. То есть очень... в душу западает его песня. Я контактирую с первым авторским клубом, и с Андреем мы уже давно знакомы, и я в восторге от его исполнения, от его песен. Самое главное, в них заложен смысл. Не просто вот некоторые поют или играют, да, набор слов. Здесь все со смыслом. Что мне больше всего импонирует? Мне очень понравилась сегодня программа. Прихожу я уже сюда третий раз. Ну, что у него в основном душевные песни, которые приятно слушать, приятно воспринимаются на слух. И, в принципе, ну, аудиторию собирает он очень большую. То есть вот три раза была полный вот этот зал, что всем нравится, и всегда поддерживаем его аплодисментами.
Ну, я не могу быть равнодушным к творчеству Андрея, потому что он наш участник первого авторского клуба. Он стоял у истоков. Он очень хорошо, он подает очень хорошо песню. Просто-напросто это притягивает, так скажем. Совсем недавно ему был день рождения. Что бы вы хотели пожелать в жизни и в творчестве? Ну, мы его поздравляли от всего клуба. Это было видно на нашей странице. Мы во всех соцсетях есть, мы там поздравляем. Ну, самое главное – это счастье. Он еще молодой, счастье, здоровье, ну и творческих успехов. Что у него, он с каждым выступлением, у него есть что-то новенькое. Господи, если ты есть в облаке, бликах мерцанье, дай мне хоть знак восклицания. Я-то по-прежнему здесь, я-то по-прежнему жду. Голубя гостя погоды, света во тьме не свободы, ягоды спелой в саду, но захлебнулась весна в черных лугах и канавах, в прелых нескошенных травах, и тишина. Дай мне хоть знак восклицания, Господи, если ты есть. Без слез и слов, тем более объятий. Их на чужих обычно легче тратить, а на любимых вроде ни к чему. Родство по духу порождает дух, по голове отец не гладит сына. Небесная любовь невыразима, нельзя обнять ни птицу, ни звезду. Но оттого все чище и сильней веселый звук высоких колоколен. И этой осенью я тем уже доволен, что мне дано знать тайну о весне. И этой осенью я тем уже доволен, что мне дано знать тайну о весне. Среди нее опять пошлет на крест само себя улыбчивое небо. Наивный люд, переплатив за требы, его привычно по кусочкам съест. А мы уйдем, исчезнем, улетим, боясь словами обесценить слово. Когда-нибудь все повторится снова, и шелест полей, и свет звезды. Ничто не исчезает навсегда, ни пар, ни лед, ни тело, ни дыхание. Все жить обречено, меняясь от страдания в ладонях неба, вечная вода. Все жить обречено, меняясь от страдания в ладонях неба, вечная вода. Мы будем уходить по одному, мы будем уходить. Спасибо большое. Программа как называлась? «Созвездие плюшевых медведей». Да, вот это, я так понимаю, заглавная песня. Это слово, стихи Андрея Звягина.
И опять же, меня преследуют по жизни поэты, и, которые пишут стихи с воспоминанием о прошлом. Вот я уже говорил, что у меня есть цикл песен «Воспоминания о прошлом». И вот, соответственно, песня «В созвездии плюшевых медведей» – это моя тема, вот стопроцентная. Я когда прочитал это стихотворение, говорю, это мое. Вот я Андрею написал, позвонил, говорю, вот дай мне его, это стихотворение. Он говорит, ну я хотел там другим людям его дать. Ну ладно, говорит, хорошо, давай, бери. В общем, вот так я у него отобрал эти стихотворения. Ну и, соответственно, поэтому и так программу назвал «Созвездие плюшевых медведей». Совсем недавно у тебя был день рождения, кстати, мы тебя поздравляем от души. Спасибо. Желаем тебе много хорошей музыки, творчества, здоровья, конечно же. А вот что бы ты хотел сам себе пожелать, но я имею в виду прежде всего, конечно, в творчестве, то, чего, может быть, по твоему мнению, тебе не хватает на сегодняшний момент? Ой, на сегодняшний момент я могу сказать, что мне хватает, в принципе, всего. У меня есть замечательные друзья, с которыми я общаюсь. Это и московские друзья, и питерские, и Ростов-на-Дону. Ну, люди, и даже Сочи, Крым, вот сейчас мы познакомились, опять же, вот проект «Межгород», то есть он объединяет людей. То есть я знакомлюсь с хорошими и поэтами, и музыкантами, и поэтому я думаю, что мне сейчас вот как раз хватает всего, но хочется всегда большего, то есть еще больше поэтов, еще больше хороших встреч, да, и к этому всегда вот стремишься. Ну и хочется научиться играть на гитаре. Вот это мое такое заветное желание, потому что так как играю я, конечно, это не профессиональная игра. Я сейчас сам, вот я себя методично там, заставляю играть какие-то, смотрю, благо есть интернет, есть вещи, которые можно посмотреть. Вот, и я сейчас все-таки пытаюсь усовершенствовать свой стиль игры. То есть твоя главная песня еще не спета? Нет, я думаю, нет. Эта главная песня никогда не будет спета. В созвездии плюшевых медведей хранятся детские игрушки. За потолком небесной тверди, где звезды рыжие веснушки, туда отправился навечно мой паровоз зеленой масти. В пломбирном времени беспечно кипят детсадовские страсти. Там целоедная кукла кричит невнятно слово «мама». Из-под пера сбежала буква, и кем-то там омыта рама. И омоловянные солдаты чеканят шаг свой по паркету, и одноногие пираты стоят на палубе корвета. Там барабан с мембраной рваной застыл в углу, как в карауле. На самой солнечной поляне, где земляника ждет в июле. Но мой билет туда просрочен, и проездной остался детям. А мне б туда хотелось очень, но то созвездие под запретом. А мне б туда хотелось.